Здравствуйте, уважаемые любители астрономии, гости моих каналов, ученики и студенты. Термин 99-й, очень кратко, гражданские сумерки или сумерки гражданские. Гражданские сумерки – это период, когда остается достаточно естественного света, чтобы искусственный свет просто был не нужен. Утренние гражданские сумерки начинаются, когда геометрический центр Солнца находится на 6 градусов ниже горизонта и заканчивается на восходе Солнца. Вечерние гражданские сумерки начинаются на закате и заканчиваются, когда геометрический центр Солнца достигает 6 градусов ниже горизонта. Во время гражданских сумерек, то есть когда Солнце ниже горизонта до 6 градусов, на открытой местности, как я уже сказал, искусственного освещения не требуется. В это время при ясной погоде можно выполнять большинство работ, а линия горизонта прослеживается достаточно четко. Интервал гражданских сумерек учитывается в некоторых законах, таких, например, как обязательное включение фонарей и автомобилей после захода солнца. Также в некоторых странах преступления в ночное время наказываются строже, однако период гражданских сумерек туда не включается. Такие законы обычно используют фиксированный интервал времени после заката солнца или до его восхода. Это примерно 20 от 20 до 30 минут. В разных странах по-разному трактуют сумерки, их временной интервал. А не только то, на сколько градусов Солнце находится ниже горизонта. В это время можно наблюдать лишь самые яркие небесные светила, например, Венеру, Юпитер, Марс вблизи противостояния или Сириус. Если вечерние гражданские сумерки сменяются утренними, то такое явление называют белыми ночами, хотя иногда такое название применяется также и по отношению к навигационным сумеркам, которые мы рассмотрим в следующем 100-м термине. Итак, следующий наш термин 100 будет посвящен сумеркам навигационным или навигационным сумеркам. До свидания!